Сочи накануне стартовали сборы национальной команды по вольной борьбе. Здесь спортсмены готовятся к одному из главных стартов сезона – чемпионату Европы. В этом году он пройдет в начале мая в Сербии. Ну а уже через неделю к вольникам присоединятся и борцы греко-римского стиля. Они тоже готовятся к чемпионату Старого Света. По давно уже сложившейся традиции сборы мужской и женской команды по вольной борьбе и тренировки классиков проходят в спортивном комплексе Александра Карелина. Еще одна традиция – трехкратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы, находит время в своем плотном графике и лично приветствует лучших борцов страны на одной из лучших спортивных баз. Уровень сервиса, уровень технических возможностей, уровень восстановительных процедур, уровень проживания находится на таком же высоком уровне, который заложен на государственных тренировочных центрах. Сегодня спортбаза отеля «Весна» – это стадион и два зала, 6 ковров и 4 татами. Здесь проводят сборы борцы, тяжелоатлеты, гимнастки, и возможности для развития еще есть. Это строительство еще одной очереди с вместилищем для зрителей, с зрительскими трибунами, хотя бы там 2000, может быть, больше. Все возможности есть, но нужна поддержка. Поддержка и календарем, поддержка в том числе, и чтобы ребята могли, я имею в виду жители, те самые потенциальные участники тренировок, чтобы они пришли, посмотрели на своих сверстников и завтра приняли решение, они попробуют ли мне то же самое. На базе комплекса «Карелина» проводятся масштабные детские турниры, в том числе регионального уровня. Важно, что юные спортсмены имеют возможность учиться на примере чемпионов мира и Олимпийских игр. В любой момент, когда они зайдут в спортивный комплекс имени Александра Карелина, то они встретят олимпийского победителя, они встретят чемпиона мира, они встретят Сашу, они встретят там главных тренеров, которые также являются там пятикратными, шестикратными чемпионами мира. Они будут с ними общаться, а это для них важно. Сегодня борьбой в Сочи уже занимается около 1000 ребят. Согласно договоренностям с тренерами сборных страны, они приглашают на тренировки лучших сочинских ребят и борцов со всего края. Юные спортсмены оттачивают приемы бок о бок с лучшими вольниками и классиками. А это лучшая мотивация для будущих побед. Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.